22 погибших, 59 раненых. В Великобритании масштабный теракт, взрыв во время концерта в Манчестере. Террорист-смертник пронес пояс со взрывчаткой на стадион, где находились тысячи людей. Наш британский субкор Оксана Кундеренко собрала все подробности трагедии в сюжете. Концерт, который закончился трагедией. Поп-звезда, кумир молодежи Ариана Гранде как раз завершила выступление на Манчестер-арене, когда в толпе, в фойе раздался мощный взрыв. В помещении находились 18 тысяч человек, многие из которых подростки. «Бегите!» – кричала людям охрана. В панике все мчались на улицу, а раненые оставались лежать на полу. Многих людей сбили с ног, многие потерялись в хаосе. Люди вокруг кричали и плакали. Родители несли детей на руках, пытались убежать оттуда. Мы пробрались через главный вход. Все вокруг толкались, я видел кровь. Это был сущий кошмар. Полиция прибыла на место события молниеносно, перекрыла территорию. Парамедики оказывали первую помощь раненым просто на столах, которые были внутри арены. Сейчас пациенты, в основном с ранами от шрапнели, весьма серьезными, находятся в госпиталях по всему городу. Но некоторые семьи все еще в отчаянии ищут своих детей среди живых или мертвых. Это моя дочь Оливия. Я не видела ее с 5 вечера вчера. Она была на концерте Арианы Гранде. Если кто-то ее видел, пожалуйста, позвоните в полицию. Даже если вам показалось, что вы ее видели, дайте полиции знать. Умоляю. Теракт. Именно так классифицирует полиция то, что произошло вчера вечером. Нападавший – это мужчина, который сумел пронести на концерт самодельную бомбу. Следователь выясняет, кто ему пособничал, и призывают не спекулировать насчет личности террориста. Ее установили, но не разглашают. Известно, что арестован 23-летний соучастник. Нападавший погиб на месте события. Я могу это подтвердить. Мы выяснили, что при нем была самодельная взрывчатка, которая сдетонировала и привела к жутким последствиям. Меры безопасности вели на самом высшем государственном уровне. В Лондоне собрался чрезвычайный комитет «Кобра». Премьер Тереза Мэй сразу после заседания отправилась в Манчестер. Этот теракт отличается особенной отвратительной трусостью, прицельно направленной на невинных беззащитных детей и молодых людей, которые должны были наслаждаться одним из самых запоминающихся вечеров в своей жизни. Британские политики из-за траура прервали избирательную кампанию на пороге досрочных парламентских выборов. В Соединенном Королевстве повышен уровень террористической угрозы. Тревога, даже паника. Усиленные меры безопасности распространяются на территорию всей страны. Здесь, в Лондоне, увеличивают количество вооруженных полицейских патрулей. А сегодня утром эвакуировали одну из самых больших автобусных станций «Виктория». В помещении нашли подозрительный пакет. Похоже, ежедневная угроза терактов становится для жителей Великобритании реальностью. Оксана Кундеренко и Валентин Белич. Подробности. Британское бюро телеканала «Интер».